Вы сегодня побывали на мастер-классе по живописи в Центре эстетической психологии ВИТА у Ирины Клементьевой. Скажите, пожалуйста, ваши впечатления до того, как вы посетили, ваше отношение к живописи и после. Что-нибудь изменилось в вас? Вы знаете, раньше совершенно не имел отношения к живописи, но после сегодняшнего урока я понял, что это очень увлекательное занятие. Почувствовал чувство спокойствия, гармонии в процессе мастер-класса. Очень хороший педагог был, не только художник, но и педагог. Очень грамотно и вежливо подсказывал, направлял руку нужным движением. Я остался доволен, но очень классный способ времяпрепровождения. С удовольствием пришел бы еще раз, к примеру, нарисовать море или горы. Мне очень понравилось, здорово, спасибо. Мы вас будем ждать с нетерпением, и мы тоже очень рады, что вам понравилось, потому что это наша задача, чтобы вы получали удовольствие. Спасибо, обязательно придем.